Что касается работы экономики, найважнейший вопрос. Ну, понятно, что разного рода каналы, определенные средства массовой информации будут раскачивать эту ситуацию, что выходите, бастуйте и так далее. Я на этот счет уже высказался. Кто-то хочет бастовать, пусть идут бастовать. Но на заводах им делать нечего. Поэтому надо поручить руководителям предприятий, чтобы они предупредили рабочих. Не надо давить ни на кого. Ни в коем случае. Просто надо им это сказать. Присмыкаться, на коленях стоять мы ни перед кем не собираемся. Такой необходимости нет. Потерять хотят работу и предприятия потеряют. Дальше они не восстановятся, мы же это прекрасно понимаем. Поэтому пусть руководители своими коллективами разбираются. Если надо, наша помощь или трудовые коллективы просят побывать там, не надо отказываться. Надо поехать в трудовые коллективы, ответить на их вопросы. Понятный вопрос. В понедельник я буду на МЗКТ, на эти вопросы они услышат мой ответ. Поэтому экономике внимание прежде всего.